Ева, зачем тебе две ванны? Ну, одна для меня, а другая для вас всех. В темном-темном городе. Нет. В темном-темном торговом центре. Нет. Ну, не конкретно в этот раз, но вообще... Всем привет, ребята! И сегодня я привел всех в Икею. Привет! 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 Привет, Юши! Потому что, ну, я уже говорил, ну кто не любит Икею? Посмотрите, это же чудесно, вот этот вот... вот что это? Тумбочка, да без разницы, это все равно чудесно. Мне все равно это нравится. Вот эта ванна, да боже, это не ванна, это произведение искусства. Все, что есть в Икее, это произведение искусства. Но фрикадельки! Ой, фрикадельки! Вот, да. Так, давайте что-то искать. Знаете, хочу вам сказать, что фрикадельки здесь все-таки есть. Где? Показывай, куда смотреть? Надо искать какие-то, ну где еда, там и фрикадельки. Я не знаю, как мы это найдем, но давайте пробовать. Вот, я уже куда-то пошла. Пробовать? Я готова пробовать. Пробовать искать фрикадельки, да. Что-то кажется, тут все одно и то же. Я вижу аптечку, аптечка, иди-ка сюда. Аптечка? Да, это мое. Тоже возьму. А стоп, нет. На Е. На Е. А я просто взял. А я хочу в инвентарь ее положить. Не получается. Ну и ладно. Странно. А, F, F! F. Ёши, F! Нажимаешь F и собираешь ее. Это уже приятненько. Так, хорошо, теперь осталось найти еду, потому что мне подписчики писали в комментариях то, что нужно искать еду. Так, вот это что такое? Непонятно, пробую это взять. Нет, бесполезно. Там кто-то сидит или нет? Это не еда, Ёши. Да, это клетка, я понял. Ой, а мне не получается на F. Да. А бросьте ее на пол, а потом на F. А то что вы их подняли? Просто на F. Вот как это работает, понятно. Да. Так, ну что, ладно, побежали. Давайте не будем как... Я вижу, там фрикадельки рекламируют наверху, смотрите. Да, ну-ка, я хочу фрикадельчик сюда. Фрикадельчики, все фрикадельки вот ко мне. Ну а где? А где? Нас обманули. А почему? Нет. Осуждаю. Осуждаю. Дайте нам фрикадельки, пожалуйста. Слушайте, а тут одно и то же везде. Так, смотрите, я вижу еще аптечки. Зато вот еще аптечки, да, вот. Я взял еще одну. Ой, Ёши, ты сейчас убежишь от нас. Не надо, вот аптечки. Где вы? А, вижу. Вот, а у нас тут тоже аптечки. Подождите, это что? Это бесконечная Икея? А, вообще-то да. Вообще-то да. Кошмар. Так. Надеюсь, я нашла кухню. Нет, я нашла спальню. А чего вы аптечки не берете? Вообще. Так, я пойду наискосок. Холодильник! Холодильник? Холодильник? А он открывается? Он забирается. А там что-то есть? Нет. Нет, только ты его можешь только переместить, к сожалению. Вот сюда. А зачем вы их таскаете? Что вы хотите сделать с ней? Я думала, его можно открыть. О, микроволновочка. Потрясти, оттуда вывалятся фрикадельки. О, да. Я решила в ванну залезть. Полежать, отдохнуть, почилить, так сказать. Да. Ну, я точно знаю, что здесь где-то есть фрикадельки, потому что... В углу, где-то в углу. Мы дошли до края карты. Ну, да, вроде того. Да, вот, и там вот где-то в углу была еда, я это помню. Ты видел еду? Ну, не конкретно в этот раз, но вообще... Ай-яй-яй. Что делать? Где вы? А вот, Ёши? Посмотри, вот, да, аккуратненько. Мы совсем забыли о том, что нужно прятаться. А нужно прятаться? О, нет, и мы не построили себе домик, нет. Ладно, давайте дальше искать еду вместе только, давайте, быстро, за мной. Я ваш предводитель, я ваш капитан, Ёши. Я ваш сотрудник Икеи. А фонарика тут нет? Фонарика, к сожалению, нет. Так, бежим вперед, давайте на шифту бежим, шифтуем. Вы бы сказали, я бы не ходила вообще сюда, что нужно прятаться, и тут кто-то есть. Тут кто-то есть, тут есть какие-то злобные консультанты. Да, они подходят и начинают что-то тебя делать. Кошмар. Ой, вот можно цепануть еще аптечечку, если вы хотите. А вот там слева была, ну да ладно. Да ладно, еще не с чего паниковать пока. Тут пока этого пацаненка нет консультантов. Все, в принципе-то, хорошо. Это ты не знаешь, а мне страшно. Так, а там Лана застряла. Лана, ты что там? Лана! Я иду, тут все в порядке. Я иду, я за вами, все хорошо. Фух. Знаете, ради фрикаделек можно, в принципе, и на такое пойти. Да, я согласен. Ой, не знаю. Короче, рассказываю историю. Когда был карантин, Икея была закрыта.
И вот это было очень тяжелое время для меня, потому что я так хотел фрикаделек, вы даже не представляете себе. И в итоге, когда открыли Икею, первым делом я пошел и купил себе фрикаделек. О боже, это было так чудесно. Это, знаешь, в темном-темном городе. Нет. В темном-темном торговом центре. Нет. О, аптечка. А что делает аптечка? Аптечка? Ну, ты узнаешь, когда... когда тебя найдут. О. Не надо. Понятно, я-то думаю, зачем нам так их много? Ну, еще вы можете очень сильно устать, перетаскать целую кучу вещей. Так, подожди, а нет, я уже обратно думала, это кухня, это какие-то ванны стоят. О, нет, мы дошли до края, но не до того края. Давайте дальше по стеночке идти, это рабочая стратегия, если что. Ёжи, так может не совсем с краю, может чуть ближе к центру. Ну, давайте, я не знаю, давайте. Ой, Ульяна, ты где? Я иду. Ульяна, давай быстрее, нельзя разделяться, нельзя. Не теряйтесь там, а то вас найдет консультант и упустит за бочок. Так, не пугай Ёши. Только не консультант. Не забачок. Слушайте, я каждый раз путаю вот эти вот кровати с стойкой, где стоит еда. А где стоит еда? А они разве в таком месте были? Ну, что-то похоже. Так, ребят, я нашла еду! Бургер сюда! Вот, идите сюда, бургеры. Фрикадельки с другой стороны пойдем. Берите бургеры, да, пойдем фрикадельки возьмем тоже. О, фрикадельки. Сюда, фрикаделечка. Так. Фрикаделька. Ой, и бананчики. Бананчики, я парочку бананчиков тоже взял. Давайте пооткрываем ящики, потому что я уверена, что здесь где-то есть энергетики, которые повысят нашу энергию. Ого. О, интересно. Ой, я чипсы нашла. Так, я не могу достать... О, отлично, я нашел колу вроде бы. Так, открывается все. На какую буковку, кстати? А, не знаю. Потому что мне не получается открыть. Так, а вы все разобрали? Вот Доритас еще остались. Что это вы, я не пойму? Подожди, а где... Ребята! Да? У меня инвентарь заполнен. Я вот там столько всего насобирала. О, у меня тоже. Что, больше ничего не помещается? У меня паника. Я очень хочу энергетик. Ребята, у меня очень мало энергии. Никто не видел энергетик. Я вижу воду. Нет, и я вам советую поесть, кстати. А как? А как? Нажимаете на буквочку G, и вот у вас инвентарь. Выбираете, что вы хотите съесть, и все. Ребят, ой, я нашла газировку. Возможно, она сойдет за энергетик. Она с другой стороны, где пицца и... Ой, пончик. Пончик? Где пончик? В шкафчике тоже есть какая-то газировка. Я не знаю, что это такое. Пицца. Пончик я уже забрала, Ева. У тебя все равно инвентарь заполнен. Я уже все съела. А бери, это кола. Кола? Так, вот тут еще одна. Кола там, где Ульяна. А, понятно. А что это? Газировочка там. Газировочка? Вот. Ну, давай, я выпью тогда... А, нет, я не буду. Выпью водичку. Ну, просто энергию мне довела до максимума, получается. Ой, ребята. Да. Ой, божечки мой. Господи. Как я испугалась. Целая куча газировки. Ой, все обновилось. Так, слушайте, ну все, в принципе, как-то слишком легко прошел первый день. Мне нравится что такое. Что? Первый день? Ёши, я не хочу еще. А ты что, думала, игра на этом закончится? Ох, нет, да. Ева, ох, нет. Мне кажется, с каждой ночью все более жутко будет. А, ребят, а кто сюда хот-доги положил? Их же здесь не было. Их не было. А, обновилось все. Да? Я их, кстати, забрала, да. И новая пицца. И бургеры. Да, все обновилось. Пицца. Так, я хочу пиццу, все, подождите. А мне кажется, это слишком как-то подозрительно. Кто-то ходит и подкладывает нам еду, кто-то хочет, чтобы мы потолстели. Кто-то нас откармливает. О, господи. Уйдите от меня, быстро все уйдите. Ну, не вы, а вот плохие, которые меня хотят съесть, откармливают меня. А я покушаю. Ой, слушайте, а чё ж вы холодную пиццу? Чё? Лана, не ешь холодную пиццу, вот пойдем погреем. Ну что ж ты так, давай. Погреем? О, ну, микроволновочка. Вот же микроволновочка, давай. Так. Слушайте, а давайте здесь рядом с едой построим себе логово. Ой, Лана, это отличная идея. Чур, я беру холодильник. А тут есть очень много палетов всяких. Так, все, я взяла холодильник. Давайте аккуратненько. А как мы будем строить? О, давай, Ёши, строим. Слушай, ну такая Икея мне нравится. Отличная Икея, да. Так, диванчик. А я несу кровать. О, Ульяна тащит кровать.
Ну, должны же мы где-то спать. Так, а я правильно понял, что мы там отстраиваемся? Так, все, я считаю, у меня все готово. Кровать и холодильник. Не-не-не, Ева, это не так работает. Мы должны много всего взять, чтобы потом никто не мог сюда к нам забраться. Нет, но мне нужно только кровать и холодильник. Так, а я возьму стол. Давай, тащи стол. Мы же должны где-то в конце концов завтракать. Когда выживем после... Нападение, так сказать. Нападение. Хе-хе-хе-хе, да, все верно. А скажите, пожалуйста, а тут вот эти консультанты злобные, они прыгать-то умеют? Очень хороший вопрос, мы пока этого не знаем. Так, ребята, я тут шкаф притащила, может, кому надо вещи положить? Ой, я еще один принесу, у нас-то четверо вещей, много должно быть, как бы, так. Ой, что... забор, нам пригодится забор, я несу а забор. А мы можем взять забор? Ух ты! Заборчик! Ой, классно. Ничего себе. Забор, это круто. Еще и с колышками. Самое то. А с колышками вообще шикарно. Мне кажется, что это должно очень хорошо нас защитить. Я очень надеюсь на это. А почему вы только с одной стороны закрываетесь-то? С другой стороны, еда. Ну да. Да, мы делаем какой-то огромный, ребят, этот баррикад. Мне кажется, надо уже нам немножко сворачиваться. Ну, я думаю, что надо как бы обезопасить себя полностью. А у нас хватит и инструментов всяких. Конечно. Это вопрос хороший. Оп, заборчик. Сейчас мы аккуратненько, как все, как в Икее, так мы и сделаем, собственно говоря. Ну, зачем быть неаккуратным? Надо все делать красиво. О, я вижу огромную коробку. Ее нельзя взять. А зачем она? Ну, как зачем? Чтобы... Вообще, мне нравятся очень стены из дивана. Я ничего не вижу, куда идти, но несу диван. Да, я тоже, пожалуй, возьму диванчик. Так, а я заборчиком делаю, собственно говоря, заборчик, но только более высокий. Это очень круто, так. Слушайте, мы в Икее, и мы собираем икеевские штуки, это вот прям... Точно. Идеально. Это, знаете, как сложно собрать их шкаф какой-нибудь или еще какое-нибудь добро. Вот, так вот мы строим сейчас домик из икеевских продуктов. Ой, Лана, ты чё так забралась? Куда ты забралась? Я вообще как-то слишком близко приблизилась. Я залезла в диван, по-моему, и не могу его подвинуть. У меня тоже проблемы с вот этим вот диванчиком. О, диван, я поняла, ребят, диван, а чтобы его отдалить, нужно крутить в другую сторону. Не как вы привыкли. О, господи, правда. А как перевернуть предмет, который вертикальный? А вот этого мы не знаем, кстати. Ой, кстати, говоря. Ой, мы не успели! Стоп, а мы разве не все закрыли здесь? Вроде бы все. Все закрыли. Ульяна! Ульяна, беги сюда! Ульяна, сюда! Иду! Ульяна, сюда! Иду! И пришла. Так, ну, вроде нормально. Вроде... А, это кроватки для нас, о, да? О, господи. Это да, это моя кровать. Это моя кровать. Пожалуйста, ложитесь. Подождите, а у меня нет. Я буду в шкафу. А я вот тут в уголке, вот тут вот. Вот, видите, это мой уголок, если что. Если что, никому сюда не заходить. Хорошо. Кстати, надо поесть. Мы тут сидим долго. Да, я уже со страха съела банан и лимон. Банан, лимон. Я тоже хочу лимон тогда съесть. Так, лимончик немножечко поправил. Оп, и бургер еще. А я, еще. Пожалуй, чипсики. Ой, Ёша, тут у тебя так уютно, мне тут нравится. Ой, правда. Не поняла, что это вы тут... Ой, ну и ладно, ну давайте все вместе. Ульяна, иди тоже сюда. Очень-очень классно, по-моему. А еще можно слезть. Забор упал! Вы забор сломали. Что? Кто сломал? Так, ну, как же его развернуть-то? Вот кто так. Кто сломал? Это я. Так, ладно, давайте. Что такое? Ладно, я немножечко вот так вот его поставлю, чтобы не касались моего. Вот, все, отлично. А мы его ломаем, когда подходим? Да. О, видимо... Да нет, вот. А я ломал. А, ну ладно, видимо, надо более крепко ставить. А там кто-то прошел? Там кто-то прошел или мне показалось? Ёши, не пугай. Мне тоже что-то послышалось. Ребята, мне страшно. Что, пойдем искать консультанта, может быть? Нет, Ёши, нет. Он нам подскажет, куда нам идти, там. Зачем? Ёши. Не хотите, нет? Не хотите? Я бы нашла еще один диван и забаррикадировалась побольше. Мне тоже показалось, что там кто-то промелькнул. Ты видела? Нет. Да, вот там. Так, я внимательно всматриваюсь и пока никого не вижу. Нам нужно... Больше золота. Да. Слушайте, может, на вылазку притащим пару диванов? Надо будет больше всего оттащить. Давайте попробуем. Давайте. Диваны лишними не бывают. Ой, я нашла какой-то большой шкаф. О, да, отлично. Берем каждый по шкафу. Хорошо. Звучит надежно. Не знаю, как будет на деле, но звучит надежно. Ева, а ты что с нами не пошла? Ребят, вы там пока ходили, я тут все караулила. А ты хитрая. Мне просто очень-очень страшно. Ой, Ульян, прости, я думал...
Да, извини, пожалуйста. Ты прибил Ульяну шкафчиком? А у нас тут это, танцует диван, танцульки свои, смотрите, да. Лана, ты забор сдвинула. Я не сдвигала. Значит, кто-то другой сдвинул забор. О боже мой. Нет. О боже мой. Страшно, страшно, немножечко страшно. Лана, ты будешь забираться? Я забила забор стулом, прямо в фрикадельчике. Спасибочки. Кто-то голодный, вот фрикадельки есть. Ребята, ребята, там что-то движется. Где? Где? Куда? Куда смотреть? Вон прямо передо мной. Куда, куда смотреть? Не вижу. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Не подходите туда. А, вот это. А, ты про эту стул этот, что ли? Точнее, про скамейку. Это нормально. Это в этой игре норма, если я что. Я не знаю, там что-то дергалось. Я больше смотрю, в принципе, по сторонам. Где там вообще шарится этот консультант? Ой, Лан, ты чего? Лан, Лан, живи. Не надо тут вот этих вот движений. Ребята, что с диваном? Почему он танцует? Непонятно. Это просто призраки, Ульяна. Все в порядке. Просто призраки. Все в порядке. Просто это все отлично. Призраки, Икеи, все отлично, да. Так, ну я думаю, что проживем эту... О, ребят, я знаю, чего нам не хватает. Так, а ну-ка. Фонарей. Да. Ух ты. Не надо, не тащи сюда, нас же увидят. Нас же увидят. Я тоже хочу. Это будет здорово. О, плохая идея. Нет, отличная идея. Нет. Тут так уютненько. Нет. Так, я в этот уголок поставлю. И меня темнота больше пугает, чем наоборот. Ну, ты представляешь, что все придут из темноты на свет, как насекомые? Не придут. Придут. Будем надеяться, что не придут. О боже, еще этот диван. Он так движется, страшно, ребята. Я возле него поставлю как раз светильник, чтобы тебе лучше было его видно. О, господи. Ого, кто зажег свет? Это я большой светильник принесла. Да у нас тут вообще крутой дом, слушайте, ничего себе. Да, очень уютно, вон диваны танцуют. Давайте потанцуем ребята, на диване. Ребята, у меня голова разболелась. О, господи, как я испугалась-то. Да почему ж так страшно-то, ну? Зачем так ярко? Так, я думаю, нам не хватает еще пары шкафчиков. Все, я пошла за вещами. А я думаю, нам не хватает оружия. Оружие? Тут есть оружие? Да, тут есть оружие, я находил здесь монтировку. Но там же написано, что это не оружие. Нет, там написано, что ты не всегда можешь использовать его как оружие, вроде бы так. Да, видимо, ночью все-таки можно. О, ребят, еще тут рядом склад с аптечками. О, это удобно. О, ничего себе. Давайте притащим домой. Да, можно притащить домой еще и аптечки. По-моему, мы нашли просто шикарное место. Да, согласна. Так, а оружие, если что, было где-то на стеллажах. Тоже недалеко. Так, а ванну можно утащить? Да, можно, конечно. У нас будет джакузи, ребята. О, смотрите, я нашел. Так, это оружие. Ты не можешь это использовать, но это все еще оружие. Как понять? Как понять? В смысле? Я реально... Ты сможешь использовать в некоторых случаях? Нет, тут просто написано, что это оружие, но типа использовать его я не могу. Нечестно. Осуждаю. Все, короче, пока. Ну, я что-то приходила, мы тут отстроили уже огромную баррикаду. Да, да. А я аптечек наприносила. Да, это тоже очень полезно. Я считаю, что мы очень классно забригадировались, и даже если сюда придут какие-то монстры-консультанты, то они просто не смогут к нам пробраться. Ой, я даже думать боюсь об этом. Я только что лестницу увидела, сначала подумала, что это хорошая идея, потом подумала, нехорошая идея. Я тоже так думала. А я нашла монтировку. Ого. Да, которую только что находил Йоши. Нет, другую. Я в другой стороне. Вот, да, Ульян, это другая. Вот прям возле нашего лагеря. Но ее нельзя взять. Удобно, но бессмысленно. Да. Так, ну что, я думаю, что нам нужно еще немножко уюта добавить нашему, так сказать, этому месту. Вот я кресло захвачу. Давайте я возьму еще одну кроватку. Давай. Со стороны выглядит довольно эпично. Да. Ну, да, слушайте, мы построили себе здоровский дом, и я думаю, если бы это все дело сохранилось, то мы бы могли снимать здесь просто, в принципе, серии и просто болтать, ну, знаете. Я думала снимать дом. Ева, зачем тебе две ванны? Ну, одна для меня, а другая для вас всех. Слушайте, ну мы построили здоровский дом для себя. Я считаю, что на этом, в принципе, даже можно закончить. У нас тут супер комфортно. Даже вибродиван. Ой, вибродиван, это да. Так, давай, Лана, ты будешь в вибродиване. Да. А мы с Евой в разных ваннах, а ты, Ульян, спи.
Или в шкаф лезть, там много чипсов. Ой, или хуже чипсы. Я в шкаф. Где шкаф? Где шкаф? Куда? Я в шкаф, я в шкаф, я в шкаф. Я здесь. В общем, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. 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 Пока.